Послание воинам к Новому году. Дорогие воины-сыночки, из села вам пламенный привет. Пусть согреют в холод вас носочки, чтоб врагу достойный дать ответ. Поздравляем с новым, долгожданным, но совсем не радостно в душе. Если ожидает мир желанный, каждый воин в каждом блиндаже. Посылаем не для комплимента и не знаем, чем еще помочь. Понимаем остроту момента, что в единстве только наша мощь. Мы мечтаем, чтобы эта склока кончилась скорее на земле. И в противовес воинственного блока появился для России свет во мгле. Мир торжествовал бы, и не гибли люди. Хватит горя и горячих слез. Мы возить гуманитарку будем, не жалея новеньких колес. Пояс ручной работы. Ты пояс собачий вчера попросил. Сорвал позвоночник, крестец. Война и без ран выбивает из сил. В разведке ты лучший боец. Я верю, что ангел тебя бережет на скользкой тропе роковой. Под кустиком каждым вас враг стережет, когда отправляетесь в бой. Мне спать не дают задумки поток. Сама талисман я сошью. То бабушкин оренбургский платок на фронт тебе пояс пришлю. С любовью я сделаю каждый стежок, с молитвой шажок за шажком. А ты береги себя, милый сынок, с победой мы каждого ждем. Там невозможно себя уберечь от тяжестей, горя, утрат, когда неожиданно взвизгнет картечь и на руках твоих гибнет брат. Пусть хоть немного облегчит твой путь мой пояс работы ручной, согреет теплом материнских рук на острове в час лихой. И бабушка видит тебя с небес и знает твою печаль. Пусть будет удачей тебе наконец, как Божий покров – это шаль. Позывной Емеля. Это стихотворение я посвятила сыну своей близкой подруги, у которой сын пропал без вести, и до сих пор ничего не известно. Позывной Емеля. Уходил, прощаясь навсегда, грустные глаза в дверном проеме. «Все прими, как есть», — сказал. «Может, меня смерть и не догонит?» Без вести. Горючие слова. Безысходность. Ну а вдруг надежда? Верить, ждать не отняты права. Рано траурные надевать одежды. Неизвестность, пытка в этот миг. Только стойкому дано по силам. Лишь во сне мелькнет знакомый лик. Встречу посулит родным и милым. Наяву по новый стон души. Ожидание здесь и долго терпение. Почему Господь не разрешит эту боль до саморазрушения? Банька есть, как он того хотел. Может, где-то ранен или контужен. Может, вспомнит, сколько в доме дел, как он матери и дочке нужен. За терпение, Боже, награди. Ведь надежда так и не уходит. Сколько испытаний впереди. Сердце матери покоя не находит.